задержан за что? Статья 159, часть 3. Со слезами на глазах Ирина рассказывает о своих похождениях. Для своих героинь в соцсетях она придумывала образы тяжело больной женщины или осужденной. Доверчивые мужчины ей верили и платили. В какой момент вы начали деньги у него просить? Где-то сразу же познакомились. Ну, под каким предлогом? На что были деньги-то нужны? Набрала сначала, что в больнице держу. Потом? Потому что сижу в тюрьме. В итоге в полиции насчитали 10 эпизодов мошенничества. Всем своим жертвам Ирина Масунова обещала вернуть деньги. А сама тратила их или делала ставки на спорт. Я ставила ставки в букмекерской конторе на игры, на футбольные игры. Заработать на ставках у Ирины не получилось. Ранее судимую мошенницу поймали и осудили. Ленинский районный суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Также Масуновой придется возместить причиненный ущерб 700 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.